Здравствуйте, дорогие мои друзья! Здравствуйте, передача «Давай поженимся». Обращаюсь к вам из города Брянска. Мне 53 года. Зовут меня Леночка Славкина. И я бы мечтала попасть на вашу передачу и, наконец-таки, расстаться со своим личным одиночеством таким. И обрести, благодаря вам и вашей передаче, замечательного человека, доброго, хорошего. И несмотря на мой такой легкомысленный вроде бы вид, вот мне хочется обратиться к человеку, который будет выбирать меня, искать, вот как невесту. Я очень серьезная, я очень домовитая, я люблю дом, семью, уют. Я не побрякушка, не погремушка, как некоторые думают. Я в прошлом журналист, я предприниматель в прошлом. Сейчас я временно не работающая. И я мечтаю, что вот моя детская мечта стать певицей осуществится благодаря человеку, которого я встречу на этой передаче, на вашей. И вот я бы еще хотела бы сказать такое, что я вот верю, что я войду в такой нежной снежинкой и запомнюсь надолго людям. Своей добротой, нежностью, своей позитивной энергией, о которой мне говорят люди, что я ее излучаю. И понимаете, и я верю в то, что все будет хорошо, несмотря на вот этот коронавирус, что он ненадолго, что он будет побежден, и что мы заживем снова прекрасной жизнью, и что нужно шить новогодние платья и летние платья из ситца. И все это будет носиться.